Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прямой эфир. У нас новинка. Посмотрите, как красиво. Не знаю, видно вам или не видно. Мне очень красиво. Сейчас я сделаю быстро выкраску, и мы сделаем какой-нибудь дизайн. Буквально не так давно был эфир с новинкой «Яркие оттенки», а это оттенки такая, знаете, нюдовая база, и они все перламутровые. Какие-то больше шиммеров, каких-то меньше шиммера. В общем, великолепная коллекция на все вообще времена года. Неважно, какой тренд, какой год, это будет всегда. Итак, я прячу свой маникюр, чтобы его не испортить, потому что я его все еще не сфотографировала. Вот, поэтому сегодня в эфире я его не успею показать. Ждите рилс и мастер-класс. Я записала подробный мастер-класс по моему новому маникюру. А сейчас у нас с вами новинка. А если не сложно, напишите тему. Тема, давайте, новинка, гель-лаки. Сафари. Юль, как точно называется? Сафари Голд? Да, по-моему, Сафари Голд. Так, ну что, поехали смотреть. Так, смотрите. Вот так выглядит эта коллекция. Живьем она, конечно же, намного красивее. Причем она великолепна и под матовым топом, и под глянцевым топом. Напишите коллекция Gold Safari. Можно по-русски, можно... Короче, по-русски пишите Golden Safari. Блин, это очень красиво, девочки, вообще, прям хочется трогать. Это, знаете, иногда цвета вызывают желание съесть. Вот эта коллекция вызывает желание откусить кусочек. Так, поехали. Первый оттенок, давайте возьмем 439 цвет. Да, это цвета будут в базовом ассортименте. Должны быть. Мы сейчас расширяем активно линейку заново после кризиса. Вот, поэтому сейчас гель-лаков очень много выходят, и они все разнообразные очень. Вот эта коллекция прям вот шиверная, и при этом она нюдовая. Достаточно пигментированная. Единственное, знаете, вот не могу понять, почему-то на живьем она более холодная, а на видео какая-то она как теплая, что ли. В общем, она немножко другая. Чуть-чуть холоднее, чем вы сейчас видите у себя на телефоне. Вот кто-то написал мне вот коллекция. Ну ладно, вот так пусть у нас такой будет комментарий у нас сегодня. Спасибо большое. Так, сушим. Следующий оттенок 440. Видите, я сегодня в эфир выхожу с обычным макияжем. Сегодня у меня обычный образ, романтический. У меня новое платье, я под это платье сделала маникюр. И что самое интересное, у меня еще голубое платье будет на свадьбе через несколько дней. У подружки невесты тоже голубого цвета. Я такая думаю, у меня будет вообще универсальный маникюр. Чувствую, в ближайшие 2 недели у меня будет в одежде много голубого. А, тоже вот камера немножко дает такой теплый оттенок. Хотя я бы сказала, это больше живьем холодный оттенок. Очень красивый, сложный.
Видите, какой он матовый, какой он глянцевый. Хорошая, плотная коллекция. Несмотря на то, что она шиммерная, потому что обычно шиммерные цвета никакие, они всегда средней плотности, да, потому что очень сложно создавать плотные цвета. Но здесь вот более или менее получилось сделать. Конечно, это не эмаль, да. Так, 441. Очень красивый. Самое главное, что они необычные. Такая подборка прям. Они у нас поштучно продаются. Это без набора. Здесь вот красивый такой вот розоватый подтон. И здесь очень элегантно выглядят блестки у этого цвета. Наверное, 441 цвет, он самый спокойный по блесткам. Видите, очень элегантно переливаются блесточки. На камере сейчас этого не видно, но блестки красивые, персиково-розовые. Это номер 441. Так, 442. Это вот уже пошла серия, видите, 42, 43, 44. Это прям ярко выраженные такие шиммерные цвета. Уже не эмалевые, да? Коллекция, видите, разная. Здесь три такие эмали. И три прям шиммерных. Ой, роскошь. Это же просто роскошь. Восхитительно. Вот эти цвета сейчас, которые пошли 42-й. Да, сейчас я нанесла 42-й. Самодостаточные цвета. Классно делать просто красивую сложную форму, миндаль длинный, да, возможно, короткий квадрат, но я почему-то такой оттенок вижу именно на большой длине, чтобы миндаль хотя бы тройка, четверка, пятерка был, без ничего, без дизайна, будет восхитительно, прям вот самодостаточный цвет. Так, цвета уже есть все на Amy Shop, вот он, Golden Safari забиваете, категория гель-лаки. И пошли оттенки. Ну да, и он в новинках будет как этот. Так, сейчас мы вот там сделаем. 9 миллилитров. Это все поштучная коллекция. Ой. Так, вот так. Сейчас откроем. Здесь вот сейчас он в новинках, наверное, будет. Да? Да. Вот, кстати, новинка у нас появились. 4 идеальных парфюмированных лосьона. Слушайте, надо в коллекцию в эфир выйти, про лосьоны рассказать. Вот она, новинка Golden Safari. Вот, поэтому, если что, просто баннер полистайте. Сейчас новинок за последнее время вышло очень много. Вот, заходите на Amy Shop и знакомьтесь с новинками, если запутались немножко. Так, 443 цвет. Тоже самодостаточный оттенок, который не требует дизайна. Вот можно нарисовать им либо французский маникюр, будет классно, либо просто однотонное покрытие. Такое, знаете, благородное серебро, но с таким очень темным золотистым подтоном. Видите, если предыдущий цвет, он был такой больше цвет песка, то этот ближе к серебру. Оттенок. И тоже видно вам, да, что это один слой, достаточно плотный для одного слоя. Конечно, лучше наносить в два слоя. Так, ну и красивый тоже цвет. Дюна. Красивое название. Вообще эти цвета точно ассоциируются с фильмом «Дюна». Надо сделать мне какой-нибудь образ классный. Это царица, мать главного героя. Кто она была? Там императрица, царствующая особа. Нужно сделать какой-нибудь красивый образ и просто ногти с такими оттенками. Будет очень красиво. Да, ассоциации прям с фильмом «Дюна». Очень красивый оттенок. Это получается шоколад. Такой красивый шоколад с красивым цвет песка, шиммер. Да, шиммер здесь, вот цвет песка. Очень красиво. Блин, вот я вам показываю. Мне даже
Мне кажется, говорить не надо ничего, потому что цвета говорят сами за себя. Видите, какие сложные, красивые цвета получилось наколеровать. Вот, спасибо нашим девочкам из лаборатории. Прям классно получилось. Так, давайте что-нибудь тогда поддизайнерим. Можете сфотографировать экран, чтобы вам оттенки было лучше видно. Хотите, вот так вот сделаю ближе. Могу убрать на секунду комментарии, вы сделаете скриншот экрана. Блин, забыла, как комментарии выбирать. Да, а вот выключить комментарии. Вот, можете сейчас сделать скриншот экрана, потому что все равно на сайте по фотографиям живьем очень сложно эти цвета выбирать. Так, сфотографировали, я так думаю. Все, и включаем комментарии. Про пленки. У нас сейчас вышло 3 новые пленки. Я уже сняла рилс, сделала себе маникюр. У нас Юля Донченко проведет эфир обязательно с пленками. Вот, с пленками будем вести эфиры. Обязательно. Пленки. Я сейчас даже вот прям показать их не могу, потому что они у нас стартуют на днях. Так, 001 номер. Ну, когда будет уже официальный старт продаж, мы сразу, конечно, проведем эфир с пленками. Так, дизайн этими цветами предлагаю делать на фоне белом. Здесь вот оно прям так хочется либо взять белый фон, либо хочется взять черный фон. И сделать просто какие-то разводы. Причем в прошлый раз я с неоном делала разводы, и здесь тоже почему-то рука тянется сделать именно разводы. Так, возьмем вот так вот кусочек палитры. А какие цвета возьмем? Давайте 41-й цвет возьмем. Так, 41-й, 42-й. Сорок второй и 44-й. Сейчас мы вместе с вами поэкспериментируем. Сейчас градиенты посмотрим. Тоже будет хорошо, я думаю. Так, возьмем тут слайдер топ. Наносим тоненький слой топ-слайдера. Так, и наберем. Можно было бы просто вертикально, тоже было бы хорошо. Все, достаточно. Все сушим. Сушим. Можно взять черный гель-лак сейчас добавить. Чуть-чуть по сухому растушевку добавить. Либо чуть-чуть рисунка мраморного, либо просто линии. Но почему-то хочется здесь вот такие дизайны делать. Сейчас мы поэкспериментируем. Я сейчас смешаю черный с золотистым.
Можете не разбавленным черным, можете в чистом черном. Вот так сделали линию. Теперь берете какую-нибудь плоскую кисточку и пачкаете ее, там, не знаю, в тот же топ-слайдер. Давайте испачкаем. Ну, просто чуть-чуть растушевать. Хочется, короче, этими цветами делать либо какие-то природные дизайны, либо какие-то абстракции. Так, суши. Перекрываем теглосом. И теперь можно что-нибудь добавить из декораций. Знаю, что хочется добавить. Вот, сейчас мы добавим арабские слова какие-нибудь. Матовым, конечно, не хочется перекрывать. Хочется прям, чтобы вот этот вот блеск сохранился. Сушим. Так, пока он у нас сохнет, давайте какой-нибудь вариант еще один сделаем. Также можно как основу взять самый светлый цвет из этой коллекции. Это 441, да? Сейчас мы просто им вскроем однотонно. Покрываем однотонно. Так, сейчас тоже возьмем черным сначала границу, наметим. Ой, этот пусть сохнет еще. Так, 44-й. Сейчас мы с градиентами поработаем, посмотрим, как градиент будет смотреться. Сорок четвертый. И добавить к нему, опять же, этот цвет 442-й. Хотя можно было бы, наверное, сделать также на белом фоне. Сейчас мы в несколько. Заходом. Но я два раза пройду, просушу, потом еще раз повторю. Только, они шиммерные, они очень легко, быстро перемешиваются. Так,
можно, в принципе, следующий слой не делать. Мы сейчас возьмем просто топ-слайдер, добавим какие-нибудь природные разводы. Так, а здесь... Берем мои любимые квадратики. И вот почему-то хочется добавить вот этого. Да, у кого есть такой шармикон? Это что-то я взяла его им работать. Я не знаю, у нас есть в наличии или нет. Но я его обожаю. Арабские надписи. Можно взять черный цвет и еще раз пройтись, подчеркнуть границу. Все, и перекрываем финишем. Сейчас прослушаем. Так, здесь перекрываем топ-слайдером. Здесь перекрываем топ-слайдером. С базой топа я обычно смешиваю цвет, с которым мне нужно сделать разводы. Ну, черный, например, сейчас мы сделаем. И сейчас пройдем, добавим. Их особо видно не будет, но они будут давать определенный эффект. Можно не на весь ноготь, а только частично. Плюс блестки все равно будут виднеться. Ну, такая поверхность получается тоже природная, интересная, необычная. Так, вот добавили. Все сушим. И здесь тоже можно рисунок добавить. Тоже в чистом виде возьмем черный гель-лак, либо краску гелевую. Сейчас сделаем тоненькую-тоненькую прорисовочку. Можно, кстати, прорисовку сделать по теклосу, чтобы линии не растекались. Так, сейчас мы здесь вот перекроем с вами финишем. Так, здесь тоже перекрываем. Сушим. Все, и теперь делаем все росписью. Я бы, конечно, взяла эмпасту, черную краску. Сейчас мы ее посмотрим. Да, вот, наверное, может быть, даже черной эмпастой будет легче рисовать. Вообще ничего не текло. Вот этот вариант тоже готов.
Видите, какие мягкие, красивые разводы получаются. Так, и здесь. Так, и добавляем. Хотела гель-лаком, в итоге все равно стала рисовать импастой. Люблю рисовать импастой, потому что она вообще стоит на месте, не течет. И здесь можно вот все заполнить такой мелкой дырявчатой линией. Называю эти элементы еще дырки. Самое главное, не набирайте много краски. Кисточкой работаете перпендикулярно, как будто иголку держите. Потому что не все кисточки подходят для импасты. Для импасты идет как раз вот синтетика упругая, чтобы ничего не прогибалось. И лишнее всегда снимаете. Недостаток, конечно, у синтетических кистей, если плохо с ними обращаться, может кончик быстро изнашиваться. Молчу, потому что лучше молчать, когда рисуешь тонкие линии. Так. Здесь можно какой-нибудь другой рисунок добавить. В общем, когда смотришь на эти гель-лаки Golden Safari, тебе все время хочется делать какую-то случайную природную фактуру, какие-то линии, абстракции, беспредметное все. Хотя эти цвета вы видели, они многие самодостаточные. В принципе, дизайн даже как-то не хочется на таком оттенке делать. Сейчас мы чуть-чуть подсушим. И сейчас закончим рисовать. Еще раз, я рисую краской гелевой импаста. Краска без остаточной липкости.
Так как она без остаточной липкости, мы сейчас повторно уже никаким финишем вскрывать не будем. Мы сейчас дорисуем, просушим 2 минуты, и, в принципе, дизайн готов. Можно отпускать клиента. Перекрывать дополнительно ничего не нужно. Здесь я даже трогать ничего не хочу, потому что здесь очень красиво переливаются оттенки в градиенте, красивые разводы получились, сквозь которые блестки все равно светятся. Сушим. 2 минуты, чтобы исчезла остаточная липкость. Итак, сегодня у нас с вами был небольшой обзор коллекции Golden Safari. Вся коллекция есть на emishop.ru. Сейчас еще раз смотрим, что у нас получилось. И это, скорее всего, будет базовый ассортимент. Вот кто спрашивал, эти оттенки пойдут в базовый ассортимент. Все, всем большое спасибо.